Добрый вечер, уважаемые любители футбола. Это Краснодар, малая арена Академии одноименного футбольного клуба. И Краснодар будет принимать Локомотив в этом матче. Это третий матч этих команд за сегодняшний день. Ранее прошли игры в юношеской футбольной лиге. До последней игры со Строгино мы действительно создавали мало моментов, которые могли закончиться голом. Но стали этому больше уделять еще внимание на тренировках и... Первый удар по воротам в матче. Это 15-й номер Локомотива пробил. Выше мяч прошел. Это наносил удар. Могли забрать 3 очка в той встрече. Подача, удар головой. И то ли Шатаев, то ли перекладина. А по-моему, они на пару отражают этот удар. Очень опасно было. Стандарт — это, конечно, тоже Конор Локомотив. 2005 года он рождения, он 2006. На самом деле он выступает за команду на год младше, но в матче предыдущего тура он был удален с поля. Это не помешало Локомотиву выиграть с крупным счетом. А вот удар и гол. Первый гол в матче. Пока я рассказывал про голкипера, Локомотив открывает счет. И это как раз тот самый Денис Пушкарев, которого ты отметил, и действительно его трудно не отметить, забивает свой очередной мяч. По-моему, это 10-й его гол в сезоне, если я все правильно помню. Денис Пушкарев, 1-0, быстрый гол Локомотива уже на 10-й минуте, и как-то очень легко. Гости перешли в позиционное наступление. Очень опасно, близко ворота, удар с острого угла от Тавора Пушкарева. Шатаев выручает команду. Да, Локомотив в последнее время атакует редко, но метко. И снова Пушкарев был на острие. Совсем рядом были ворота, и Шатаев грудью буквально. Мяч доставляется на правый фланг. Сейчас, видимо, будет подача в штрафную. Нет, передача низом. Как здорово разыграли железнодорожники. Ворота пустые. И успевает Шатаев на ленточке этот мяч забрать. Как же опасен Локомотив в своих редких, но атаках. На правом фланге здорово разобрался Щелкунов. И покатил классно. И дальше с пушка у краснодарцев, чтобы поправить положение. И в этом матче, и в целом в турнире. Ловцов. Идет в центр, поперек поля. Можно бить. Ох, какая пауза, удар. Но это голевой момент. Голевейший. Как иначе? Андрей Домацев в последних матчах забивает. Без гола с поля не уходил. Но и сейчас был близок к успеху. Давайте посмотрим этот момент Локомотива. Богомолов бил по воротам. Здесь вчетвером атакуют железнодорожники. Удар! Ну, это было недалеко от створа, прям скажем. Хороший удар получился. Ничья по ударам в целом. Ну, сейчас нам дадут титр, разберемся. Удар по воротам под перекладину. Семененко пробил сразу после выхода на поле первым же касанием. И был близок к тому, чтобы отличиться. Вытащил из-под перекладины этот мяч. Дальше Богомолов пытался так между ног соперника мяч просунуть туда. Ох ты, а здесь практически выход один на один. Шатаев. Шатаев выручает команду, я считаю, в этом эпизоде. Он очень своевременно вышел из ворот, выдавил сюда в лицевую линию своего оппонента. Ну а там дальше, пытаясь остановить мяч на этой самой лицевой линии. В игре команд на год младше, в концовке краснодарцы уступали тоже в один мяч. И пошел вперед центральный защитник. Богдан Мацола, удар по воротам! Выручает свою команду голкипер, а здесь будет желтая карточка за симуляцию. Посмотрим этот эпизод. Так вот, Богдан Мацола пошел играть центрального нападающего. Именно он сравнял.
Пушкарев. Неугомонный Пушкарев лезет сам. И это все. Это гол, который снимает окончательно вопросы о победителе в этом матче. Забивает его 25-й номер Локомотива. Максим Истомин. Ну а сделал этот мяч все тот же Пушкарев. Просочился сквозь Семена Семененко. Дальше пас, рикошет от ноги Тагиева. И мяч точно приходит под удар набегающему. Но порядок, как говорится, бьет класс. А здесь и класс, и порядок был на стороне московского Локомотива, который одерживает победу со счетом 2-0. Давайте дождемся рекламы. Не рекламы, конечно же, статистики. Эту самую статистику обсудим.